Что, ребят, всем привет. Привет. Мадина уже сегодня нарисовала, да? Пока мама готовилась к занятию. Мадина, что нарисовала? Что ты нарисовала? Чучело-мучело. Чучело-мяучело? Чучело-мучело. Чуть-чуть помучила? Чучело-мучело. Чучело-мучело? Чучело-мучело. Сегодня мы проходим 3 новых буквы. Мы очень много отдыхали, да? Мадина развлекалась. И мы ничего не занимались, да? Мы по целую неделю пропустили. Да. Сегодня мы будем догонять. И начинаем с буквы. Буква F. Буква F. Мы делаем... Большая, прописная. Да, F. Мы вечером делаем вот это. И F маленькая. F печатная большая, F маленькая прописная. Да, мы начали заниматься, но у Мадины что-то настроения не было, да? И мы заново снимаем видео. Мы уже начинали рисовать. Мадюш, давай слушать маму, хорошо? Что мама рисует? Что мама рисует? Флаг! Флаг, да. Мы немного уже занимались, Мадина уже знает. Мы нарисуем флаг, да? Он на букву... Нет, подожди, но мы давай российский флаг нарисуем, чтобы тогда было всем понятно, кто нас в России смотрит, что это флаг. Мадюш, ну не закрашивай, вот это должно быть белым. Ну ладно, похоже на белый. Флаг, да? Буква F. Флаг. Да, флаг. 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 Еще слово на букву F. Я сейчас нарисую, Мадюш, а ты угадаешь, что это такое. У всех есть. И у мамы, и у папы, и у дедушки, и у бабушки, и у Мадинки есть. Что это такое? Одежда. Одежда. Это футболка, да? Да. Футболка. Футболка может быть с надписью, может быть с рисунком, да? Да, с котиками. Да, с котиками. Может быть с флагом, да? Футболка с флагом может быть, да? А может... Вот так я нарисую голову и ножки. Футболка. И может... Вот эти... Футболка. Футболка. Мадюш, повтори, пожалуйста. Футболка. Оболка. Футболка, да, от слова футбол. Глазки. Еще давай футбол тогда нарисуем. Смотри, это мяч, да? Глазки забыли. Глазки забыли? Ну, уж футболку нарисовали. Мадюш, что мама рисует? Мяч, да? Мяч. И вот так мы нарисуем футбольное поле, да? Да. Так, вот здесь разметка, по-моему, да? Вот такая вот. А давай, здесь ворота. Давай, а скажи, как мы давай, видим вот... Футбол. И тут, давай, вот здесь напишем, да? Давай, окаемся. Ага. Давай вот тут. Футбол. Мадюш, давай повторим. Флаг. Ну, повтори за мной, пожалуйста. Флаг. Флаг. Футболка. Оболка. Футбол. Обол. Футбол. Обол. И еще вот смотри, что можно одним словом объединить. Вот я сейчас нарисую несколько. Несколько. Что мама рисует? Овощи. Овощи, да, но это не совсем овощи. Фрукты, да, Мадюш? Да, овощи, да, вот. Фрукты, да, они вкусные, а овощи дети не любят, пока их не приготовишь. А фрукты дети все любят, да, Мадюш? Какие бывают фрукты? Что мама нарисовала? Вот такие. Ну, что это я нарисовала? Виноград. Виноград. Лимон. Да. Ну, это может быть и яблоко, и мандарины, и апельсин. Яблоко. Сядь, пожалуйста. Яблоко. Это что я мама нарисовала? Это банан. Да. Это все вместе, ребят. Банан, лимон, да, мандарин, яблоко. Яблоко, да, виноград. Это все фрукты, да? Это полезно? Да. А для чего они нужны? Чтобы силы были? А я видела, что
ограды Алины. А, у Алины мы ели, да, такой большой у нашей подружки растет огромный зеленый виноград. Да. Вкусный? Да. Да, вкусный. А то мы меняемся. Так, давай повторим флаг. Мы меняемся. Фрукты, футболка, фраг, флаг, футбол. Буква F, да? Так. Следующая буква идет. Да? Как мама там делает? Да? Ха. Ха. Буква Ха. Буква Ха. Это большая печатная и маленькая прописная. Смотрите, как она пишется. Вот так. На букву Ха. Я сразу нарисую хлеб. Мадюш, ну грязная тряпка, а ты в лицо. Хлеб, да? Делаем. Мы делаем сами, мы печем хлеб. У нас есть хлебопечка, да? Хлеб, да, мы делали? Да, вечером. Садись, Мария. Давай, садись. Помнишь? Да, мы рисовали, но у тебя мы начинали снимать это видео. А я теряла руки. Мадина баловалась, мы перестали съемку, да? Мы заново делаем, но мы рисовали хлеб. А мама хлеб. А я горела двоим фильмами. Да, потом Мадина плакала, да, Мадюш? Как всегда. Ну, мы вот сегодня второй раз снимаем эти буквы. А папа шел. Хлеб. 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 Так, Мадюш, сейчас все прекратим опять. Так, на букву Х мы нарисовали хлеб. Еще мы нарисуем, смотри, тоже одежду я нарисую, а вы, ребят, тоже угадывайте, мы Дина тоже посмотрим, угадает или нет. Так, он бывает с длинным рукавом, бывает с коротким. Так. Может быть на молнии, может быть на пуговицах. Обязательно должен быть пояс. Обязательно. Его носят дома. Это домашняя одежда. Что это такое? Это халат. 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 У мамы есть вот это. Да, у женский есть халат, мужской, детский. У Мадины тоже был халат. Когда маленькая была. А халат был? Садись. Мадюш, когда Мадина маленькая была, у нее тоже был халат желтый. Халат. Мадюш, иди повтори. Хлеб, халат. Еще я нарисую один предмет, у которого он есть у всех дома. У Мадины даже такая игрушка есть. Что это такое, Мадина? Как ты думаешь, что мама нарисовала? Сядь, пожалуйста. Да, это холодильник, да? Что хранится в холодильнике? Груша. Груша, что еще там лежит? Яблоко. Да. Апельсин. Апельсин. Обязательно фрукты, а что там еще может лежать? Хлеб. Хлеб, ну, кто-то кладет хлеб. Там может быть лежать молоко, да? Яйца, да. Рыба. Да. Да, в морозилке лежит мясо, да? Мясо. Что еще лежит в холодильнике? Еще виноград. Виноград, да. Холодильник. И еще твои йогурты вот эти вкусные. Какие там растишки, да, всякие? Да? Кто в холодильник лазит все время? А? Холодильник, Мадина. Это третий, а это четвертый. Да. Давай повторим. Холодильник. Мадина, холодильник. Слышится как халы. Все, все, Мадюш, давай повторим. Халат. Халат. Холодильник. Холодильник. Хлеб. Хлеб. Холодильник от слова холод, да? Холодно там. Там холодно, да? Ду-ду-ду-ду. Холодно, да? А я делаю кофту. А еще Мадина, как смеется Мадина. Вот это Мадина, да? Вот смотрите, это Мадина. И Мадина не хочет заниматься, и Мадина что делает? Вот так вот. Вот так Мадина. Мадина не хочет заниматься и говорит вот так. Ха-ха-ха, да? Да? Тоже мы хохочем, да? На букву Х. Ха-ха-ха, да, Мадина? Как Мадина смеется? Ха-ха-ха. Не хочу учиться, да, Мадюш? Как ты говоришь? Нет. Ха-ха-ха. Нет. Я же не
Вот, вот смешно, да? Так. Мадюш, иди тряпочку помой в ванной, пожалуйста. Стул поставь, только аккуратно воду не разбрызгивай. И следующая буква у нас С. С. Большая буква, печатная и маленькая прописная. Маленькая прописная С и большая печатная С. На букву С мы нарисуем, наверное... Ну, сейчас вот я нарисую, Мадина придет, угадает или нет? Наверное, угадает. Мы нарисуем вот такую скорлупку разбитую, да? Вот здесь кусочек скорлупки тоже. Это крышечка от скорлупки. А здесь сидит такой маленький... Кто это маленький такой? Мадюш, ты все? Давай, я уже нарисовала, нужно угадать, что там мама нарисовала. Вот такие крылышки. Так. Все, Мадина вернулась, да? Мы проходим букву С. И мама нарисовала что-то на букву С. Как ты думаешь, что это такое, Мадина? Цыплик. Цыпленок. 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 Мадина знает на адыгейском языке, как будет цыпленок, да? Четыжи. А на русском не знает, да, Мадина? Цыпленок. 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 Четыжи легче, да? Цыпленок. Цыпленок. Так, цыпленок пишется через букву Ы. Цыпленок. Это слова исключения, да? Цыпленок. 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 Слова исключения. Цыпленок. Да? Мадюш, я сейчас выключу камеру, и мы перестанем снимать. Ты будешь кричать? Нет. Цыпленок пишется через букву Ы, и еще такие слова, как циц, цепочки, цыган, да? Цып-цып. Все пишется на Ы. Остальные все слова пишутся через И. То есть цирк. Сейчас мы пройдем. Цирк. Что такое цирк, Мадина? Что такое цирк, Мадина? Можешь рассказать? Цирк. Что это? Ну что это такое? Что такое? Кто там выступает? Клоуны? Клоуны. Клоуны. Мы ни разу еще в цирке не были, да? Мы все время едем на него смотрим. Это я пью, мне обидно. И Мадина говорит, мам, пойдем. Я говорю, да, да, пойдем. Как-нибудь надо сходить, да, они сейчас как раз начнут ездить уже весной, осенью. И мы, конечно, обязательно сходим и видео выложим. Ну, ты маленькая была, а сейчас-то ты уже выросла, я думаю, цирк, да? Вот такой, это называется шатер. Мадюш, это называется шатер. Шатер – это такое здание, да, которое его могут перевозить на машине. Цирковые артисты могут приехать хоть в поле, поставить вот такой шатер и внутри выступать. Понятно? Это называется цирк. В цирке выступают клоуны, акробаты, дрессированные животные. Да? Мы еще не были, но мы пойдем обязательно посмотрим. Много-много животных. Я видела, как там был... Как цирк, да, ты смотрела? Да, да. А еще раньше... А раньше еще были люди, Мадюш, посмотри, я тебе сейчас скажу, были люди, которые носили вот такие короны. Как ты думаешь, кто носил такие короны? Как называли людей, которые носили вот такие короны? Царь. Царь. Царь, да? Царь. Мы читаем Пушкина, да? Царь Салтан. Да. Царь Салтан, да? Да, да, от короны. Да. Это от королевы. Сказка о царе Салтане. Да. Самого рождения мы ее читаем. Да. Вот царь. Цари сидят на таких больших тронах, да? Да. Есть большой стул, а у царей вот такие троны большие. Да. Вот такие, да? Такие. Вот такие. Да. Если стульчики вот такие маленькие, вот так вот. Стульчики вот такие маленькие, а трон вот такой большой. И король вот здесь вот сидит. Король вот такой тоже маленький обычно. Вот такой, и корона, вот такая вот корона. А это царь, да, Мадюш?
Царь. Царь. Стороны той государь. Да? Он взял щита. Три девицы под окном. Что там? Пряли поздно вечерком. Да, Надюш? Кабы я была царица, женщина, которая замужем за царем, она царица. Кабы я была царица, говорит ее сестрица, то на весь бы мир одна наткалая полотна, да? Кабы я была царица, говорит, молвила сестрица, то на весь крещенный мир приготовила бы пир. Да, Надюш? Кабы я была царица, третья молвила сестрица, я для батюшки царя родила богатыря, да? Пушкин писал столько слов: царица, царь, да, Надюш? Мы же читаем такие книги. Царь. Царь носит корону, да, Надюш? Царь сидит на троне. Так, цыпленок. Цирк. Какую мы букву сегодня прошли, Надюш? Ц. Ц. Можешь повторить? Ребята скажут, ой, Мадина не может повторить. Буква «Ц». Цирк. Цирк. Цыпленок. Осенок. Царь. Царь. Да, еще мы прошли сегодня. «Ф», да? Давай повторим. «Ф». «Ф». «Ша». Да, и «Ф» маленькая. «Ха». «Ха», да? «Ха». И «Ц». 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 Да. Конечно. «Ц». Ну, поменьше нарисую, а то как «У» получилось. «Ц». «Ф», «Х», «Ц». «Ф», Мадина. «Ф». «Х». «Х». «Ц». «Ц». Какие слова мы прошли на букву «Ф»? Вот такое. Ну, а что мы рисовали, ты вспомнишь? Футболку мы нарисовали, да? Мячик нарисовали. Что это означает? Футбол. Да? Футбол, футболку. И нарисовали, смотри, лимон, яблоко. Что это означало? Фрукты, да? На букву «Х» мы нарисовали. «Х» мы нарисовали. Хлеб. Хлеб. Халат. И холодильник, да, в котором лежат фрукты, да? На букву «Ц» вот только сейчас мы прошли. Что мы нарисовали? Цирк, царь, да? Yeah. И цыпленок. Yeah. Запомнила что-нибудь? Все запомнила, да, Мадюш? Yeah. Устала? Да. Yeah. Устала, все? Ну, пока ребятам скажи. Пока. Yeah. Иди вот сюда сядь и ребятам скажи пока. Пока. Yeah. Пока, ребята. Пока. Yeah. И еще что-нибудь. Что? Вы на, вытирай. Пока, ребят, ставьте. Класс, нам было трудно, да? Нам было трудно? Сфотографироваться. Сейчас сфотографироваться. А, да, точно, нам надо сфотографироваться. Пока, ребят.